В Якутии с начала года 30 детям поставили диагноз гонконгский грипп. Тем временем в республике увеличивается число заболевших и другими видами вируса гриппа. Из-за напряженной эпидситуации, пользуясь грядущими праздничными выходными, Управление образования Якутска до конца этой недели отменило все занятия в школах и массовые мероприятия с участием детей. Подробнее по порядку в сюжете Евгения Тайтонова. Последний учебный день самой короткой рабочей недели в году в школе номер 17 прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Согласно приказу Управления образования города Якутска, с завтрашнего дня все занятия и массовые мероприятия в столичных школах должны приостановить до понедельника. В Якутске гриппом и ОРВИ заболели 25% детей школьного возраста. Все общеобразовательные учреждения городского округа город Якутск подключены к интернет-обучению по программе через портал образовательных услуг «Сетевой город образования». Поэтому все обучающиеся получают и домашние задания, и определенные задания от каждого учителя-предметника со своего образовательного учреждения по дистанционной форме. Между тем, по мессенджеру WhatsApp активно рассылается информация о гибели ребенка в Усть-Алданском улусе. Причиной называют гонконгский грипп. Но в Минздраве республики версию о возможном распространении вируса такого штамма отрицают. На сегодняшний день в основном идет вирусная инфекция, но и отмечаются единичные случаи гриппа А и гриппа Б. И тут насчет вот гонконгского гриппа идет информация, да, такого диагноза нет. Определенно, чтобы не напугали население. Но из других источников нам удалось выяснить, что случаи заражения гонконгским вирусом в Якутии все-таки зафиксированы. Преобладает все-таки больше ОРВИ, которая осложняется в основном пневмониями, бронхитами. Ну, присутствует грипп А, так сказать, так называемый гонконгский вариант H3N2. Также есть больные с гриппом Б. Ну и плюс вирусная инфекция адена, РС-вирус, парагрипп 1, 2, 3. В прошлом году был подъем именно калифорнийского варианта, в этом году гонконгский, то есть он как бы эпидактивный на этот год, поэтому ну, детей 30 у нас прошло уже с ним, подтвержденных именно. В республиканской детской инфекционной клинической больнице на лечении находится 72 ребенка с различными диагнозами, возраст большинства детей до 4 лет. Именно опасен для беременных, для пожилых людей, для детей с ослабленным иммунитетом или какими-то хроническими заболеваниями, особенно легочной системы. Симптомы точно такие же, как у обычного гриппа. То есть начинается с высокой температуры, возможно, ринит, общая интоксикация, слабость, вялость. У маленьких детей это отказ от еды. То есть, в принципе, он протекает, как обычный грипп. Но что гонконгский, что прошлогодний калифорнийский вариант, они опасны осложнениями именно. То есть они дают более частые и более серьезные осложнения. А лечение у них получается такое же, как у гриппа обычного. Специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением даже на ранней стадии болезни. Только своевременное обращение к врачу гарантирует победу над вирусом. Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.